Сегодня в Брестском государственном университете имени Пушкина начал свою работу международный научный семинар, в центре внимания которого соблюдение прав человека в 21 веке. Актуальность подобного форума бесспорна. В мире постоянно происходят конфликты, незаконные ограничения свободы личности и военные столкновения, которые приводят к массовому насилию и ущемлению основополагающего права – права на жизнь. Понять причины, препятствующие реализации этого права, и найти возможные пути выхода из кризисных ситуаций сегодня в ходе мероприятия пытались специалисты из Беларуси, Германии и Украины. С немецкой и украинской стороны участие в форуме приняли представители международной организации по правам человека, которая работает по всему миру с начала 70-х годов прошлого века. Сегодня я буду говорить об истории создания нашей международной организации по правам человека. Она была организована в 72-м году силами 13 человек, которые решили вместе заниматься данной темой. Сегодня у нас уже более 30 представительств по всему миру, но пока они расположены только в Центральной, Западной и Восточной Европе. На протяжении всего рабочего дня было заслушано около 20 докладов, которые представляли специалисты в сфере образования, культуры, журналистики, а также представители ветеранского движения и студенты. Такой всесторонний подход предполагает наличие множества разных мнений, но конструктивный диалог в такой теме – важное звено в выработке единого и понятного для всех образца реализации прав человека во всем мире. Тема семинара – это права человека в 21 веке в текущем, проблемы реализации и участия общественных сил. В центре внимания именно роль общественных организаций, в том числе и правозащитных организаций. Семинар имеет ту особенность, что он международный. В нем принимают участие представители международных прав человека, в частности немецкой секции МОЧ. Мы возлагаем большие надежды, что семинар будет способствовать активизации правозащитного движения с одной стороны, и с другой стороны наладить и усилить наши контакты с международными структурами. Завтра, 12 декабря, семинар продолжится, и в его программу будет входить презентация учебной и научной литературы по данной тематике, ознакомление с опытом работы Кабинета социально-гуманитарных дисциплин Брестского государственного университета, а также встреча гостей форума с членами студенческого кружка «Права человека». По итогам практической и теоретической частей семинара будут разработаны рекомендации по улучшению работы правозащитных организаций, которые затем организаторы направят в различные учреждения и в первую очередь в Республиканское общественное объединение по защите прав человека.